Всем привет! Продолжаю вас знакомить с программами, которые есть в интернете именно по анимации. И вот сегодня Эндорфин 2.7.1. Сразу хочу сказать, что вы не найдете работающей версии, даже взломанные, которые предлагаются, это геморрой. Единственное, что Лемминг, вот эта вот программа, Лемминг, чисто как потренироваться, да? Сохранять здесь нельзя именно вот экспорт, если вы нажимаете, он показывает, что форматы вот эти БВХ, потом FBX и так далее, нужна полная версия уже. Но ее найти нереально. Облазил все. Ну вот, чтобы вы не тратили время. Короче, не качайте эту программу, не тратьте на нее, как я, целый день. Искал, пытался одну установить, вторую установить. Так-то она неплохая, но с блендером она не сравнится. Вставили кости, вставили своего персонажа и в блендер делайте что вам угодно. Как здесь все происходит? Здесь вот таймлайн. Чтобы начать запись, нужно нажать Ctrl Space или вот здесь вот симуляция. Чтобы это чуть-чуть тут промоталось, потом вы здесь ставите первый кадр, правой кнопкой мыши нажимаете, ставите Create Single Key, типа назначаете ключ. И погнали вот этими вот функциями. Вот. Выбираем кости. Вот так все это дело перематываем. Потом где-то выбираем таз. Что-то как-то опускаем, делаем кульбиты. И пишется ключ автоматически. Но потом, вот именно версия, наверное, такая для пробы, поэкспериментировать, посмотреть, как работает, короче. И вот здесь, вот, по идее, должен вот этот сейчас, вот эта поза должна при перемотке остаться вот именно в таком же виде. Тут, когда вы мотаете, получается поза опять с нуля начинается. Ну, короче, гемор. С кубами вот с этой штукой здесь все можно нормально работать. Так, это вот тоже пишет какой-то ключ. Ну, короче, вот такая штука. Так, здесь вот камера. Здесь добавляем нового персонажа. Вот так вот. Потом, что здесь манипуляции. Эту штуку нигде не показывает. Scale. Выбираем и вот можем что-то изменять этой штукой, короче. Так. Давайте посмотрим какие-нибудь в студии, как тут все дело происходит. Да, нет. Откроем готовый уже. Посмотрим. Вот солдат. Открыть. Так, через Alt двигается, Alt и колесико зажимаете. Так, нажимаем теперь вот здесь вот внизу симуляция. И вот солдат побежал. В принципе, теперь все это дело можно сохранить в БВХ формате и уже в Blender прикрепить к скелету. Я уже показывал об этом. Ну, в принципе... Кому хочется, заморочитесь, но версии работающие я не нашел в интернете. Короче, это гемор. Давайте еще что-нибудь посмотрим, да и оставим под названием «Не качайте никогда эту штуку». Так, машины, кары, стич, открыть. Тут вот куб. Лазит, оказывается. Падает со стены прилипшие. Ну, тоже как вариант. Ничего так. Сохранить можно AVI. Именно экспорт мов. Вот именно только в AVI формате.
допустим, на рабочий стол, как-нибудь назовем и сохраним. Так, что он нам тут предлагает? Пишем ОК и пойдет. Итак, кому хочется заморочиться и потратить время, ищите, качайте, пробуйте тут что-то. А лучше делайте все в блендер. Все, забыли эту программу. Долой в помойку.